Там прям хороший, хороший. Не малек. Доброе утро, дамы и господа. И сегодня у нас очередной день рыбалки в Астраханской области на сазана. Но если вчера мы делали ставки на закидушки с берега, вот на эти удилища, которые сейчас за моей спиной, то сегодня мы все-таки сразу решили начать со жмыховок. Ну как мы, я решил. Освободил для женька вот здесь вот местечко. Он будет рыбачить с берега. Ну, часть удочек-то я все-таки оставил. Вдруг отсюда будет лучше клевать. Здесь будет стоять два удилища Батлер ФД от Наутилус. Один там карповичок и один здесь карповичок. Это удилище К10 360 длиной. Собаку уже ждет не дождется, когда мы поедем ставить поставушки. Погодка сегодня просто шепчет. Легкий ветерочек, солнышко, тепло, хорошо, красота. Бабье лето в разгаре. Чувствую, скоро придут холода, потому что деревица уже желтеют. Ладно, хватит болтать, погнали расставлять жмыховки. Далеко плавать не будем, поставим ровно на противоположный берег, для того, чтобы в случае поклевки оперативно можно было к ним выдвинуться. Не помню, говорил вам или нет, друзья, в гостях у меня Женек Девятов с канала Рыбалка 68. И самое интересное, что наше с ним первое знакомство и первая рыбалка была именно в данной местности. И именно таким способом расставляли жмыховки вдоль берега. А кто-то здесь уже их ставил тоже. Так что палочки даже рубить не надо будет. Вот стоят сторожки, мы к ним, собственно говоря, сейчас и подвяжемся. Угу. Куда ты собралась? Ну-ка сядь, я сказал, все, увидела дичь, лягушек, начала охотиться. Дези. Так, ладно. Бог с ней. В прошлом видео рассказывал про жмыховки, но половить на них не успел. Сейчас повторюсь немного, потому что, может быть, кто-то смотрит первый раз, кто-то не понял. Решил в этот раз я поэкспериментировать с конструкцией. Значит, в жмыхе просверлил дырку. Сюда на основную леску надел трубочку пластиковую, вот она там внутри. И, собственно говоря, вот таким макаром все это выглядит. Какой плюс? То, что когда мы в петлю жмых заводим, то ему стоит немного, так сказать, подсгореть, подразмыться, и есть вероятность, что он вылетит. Здесь такая вероятность минимальная. Вот как-то так. Первый пощёль.
Собака увлеклась там на берегу, прохлопала ушами, когда мы отплывали. Ты далеко собралась? А, в лодку? Не, давай теперь на берег сама. А здесь аж целых два кубика, но они по центру вот здесь пропилены, то есть не по вдоль, как тот, и ляжет это вот так вот все. Интересно, интересно, что из этого получится. Давай. Да, с собакой чистоту в лодке соблюдать невозможно. Ну ладно, в конце помоем. Крючок при этом, ребят, в жмых я никогда не вставляю. И ничего в данном случае на него не насаживаю. Ну все, 4 поставушки поставили. Теперь отправляемся на другой берег. Посмотрим, чем там Евгений занимается. Так, Жекин, что тут у тебя? Все серьезно. Ага. Смотрю, смотрю, подготавливаешься, да? Конечно. Знакомые с Настей. Ты Евгений, я Евгений. И удочки у нас, похоже, одинаковые. Конечно. Ну вот так вот, ребят, выглядит наш быт. Приехал в лагерь. Стоит палаточка у нас тут. Не Васик с прицепом. Греемся мы, значит, уже газом. Вот такую вот небольшую инфракрасную горелку взял. Ну и что, две раскладушечки, стульчик, столик. Сейчас будем завтракать.
Тем временем, друзья мои, завтрак готов. Сейчас перекусываем и ждем поклевку. Интересно, конечно, что же клюнет первое. На том берегу поставушки или на этом берегу закидушки? Посмотрим, время, как говорится, покажет. Ну а мы кушать. Вы тоже там заваривайте чайка, усаживайтесь поудобнее и вместе с нами ждите поклевку. Вот он разматывает. Хорош. Блин. По данным ощущениям, друзья мои, прям хорошая рыба. Сверху просто кнопку нажми и все. Экран загорелся? Сазан выпрыгнул. Ух ты, тяжеленький. Ну такой. Трешечка. Совчик. Отлично. Ну да, такой упитанный, да? Угу, толстенький. Толстенький. Тише, тише, тише. Вот такой вот красавчик. А? Ну что, начало положено. Будем надеяться дальше больше. Ждем поклевочку на поставушке. Таких небольших сазанчиков складываем в садок. Конечно, не очень удобно. В том плане, то, что у рыбы есть вот здесь сверху шип и вот здесь снизу. И им она постоянно цепляется за вот эту сетку. Ну, сейчас смотрю, вроде плавают нормально. Вытаскивать будет проблематично. Ну, да ладно. Справимся как-нибудь. Главное, кстати, когда сазана в садок кладешь, вот так обязательно перекручивать. Потому что если не перекрутить, сазан может дать свечку и выскочить просто. И уплыть. Мужики, это легендарная финка НКВД образца 1934 года от кузницы Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из венги, а лезвие из закаленной стали 95 хром 18, что дает твердость 58-59 по Рокову.
Нож выдержит любую нагрузку. Разрубит металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи, плюс бесплатную заточку на все время гарантии. Офигенный плюс ребятам за это. Рекомендую кузницу Барк, заходите к ним в Телеграм или ВК по ссылкам в описании. Заказывайте себе крутые ножи ручной работы. Передавайте привет от меня и по промокоду Федоров получите нож со скидкой. Это здесь. Где ты? Сошел, похоже. А, не, вот. Во. Вот, есть, сидит. Так, сейчас, блин, как-то подплыть. Да, конечно, без подсака это сильно. Ага, ага. Вот, вот, вот он. Кажись, кто ты такой там. Слабенько. Слабо. Карась, что ли? Ну точно, карась. А ты, ё-моё. Ну ничего, начало положено. Система ниппель работает. Так, что-то все запутал я тут нафиг. Хорошо, леска толстая. Сейчас мы ее быстренько распутаем. Ой-ой-ой. Дай снять. Да дай снять колокольчики, блин. Разматывает. Ух ты. Это прям хороший. Очень хороший. По ощущениям. Хороший боец. Ага. Я так не пойму, где я, сверху или снизу? Вон сверху. Да? Да. Там прям хороший, хороший. Не малек. Пятерочка, похоже. Да ё. Тише, 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 ты к тому не иди. А, не, там трешечка. Отлично. Сработано, да? Да. Сына, отдаю тебе своего сазана. Давай. И пойду я своих закармливать. Возвращайся.
Ну а тем временем, друзья мои, очередной рыжий разбойник пойман. Вот такой вот упитанный, хороший сазанчик. Приятно, приятно таких ловить, таскать, бороться. Особенно, когда они на плетеночке, сейчас вытаскивал. Именно на одной у меня катушке стоит плетенка. Сопротивление, конечно, бешеное. Эмоций масса. Ну ладно, продолжаем рыбачить, заниматься бытовыми делами. Рыба клюет прекрасно, так что рыбалке быть. Осы просто моментально сразу на подсак, на рыбу налетают. Осень, им отъедаться надо, видать, в зиму. Сколько тут? Штук 7 летает. Что-то мне кажется, с такими темпами нам скоро придется менять подсак. Точнее, садок. О, что творят. Да, тесновато им уже там. Тесновато. Я думал, это ужинка поклевка. А это мою тут теребонькой кто-то. Че, корягу завел, что ли? Да не, сидит кто-то. По веткам иду. Не, все. Корягу завел. Я уже просто знаю, ребят, куда плыть, где эта коряга. Блин, ну как так получается, а? О, а тут же муховка где-то звонит. Ветерок увеличился, плохо слышно. Где она? Какая? Так, как мне подойти-то? Ё-моё. Ой, 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 что-то там. Ой, натягивает.
Да, обидно, досадно. Ну ладно, это уже четвертый раз зацеп за эту корягу. Но бывало выводили оттуда, а бывало как сейчас. Вообще в этот выезд притащил с собой лодку, мотор. Думал, пойду, буду ловить на джиг. Но Женек пару дней уделил этому. И, к сожалению, не очень хороший был результат. Поэтому я решил, время лучше потрачу на ловлю сазана. А сейчас, пользуясь случаем, покажу вам, как вяжу монтаж. Так, значит, взял я сантиметров 40 поводкового материала, 35 лб, по-моему, да, 35. Сделал в конце вот здесь вот петельку. Берем крючочек. Эти крючки немного отличаются от тех, на которые я ловил, но те закончились. В принципе, что-то похожее на банан. Единственное, что у него ушко как-то по-другому расположено. Вставляем сюда поводковый материал. Смотрим, насколько нам нужно оставить волос. По науке надо насадить кукурузу и примерять. Но я все делаю на глаз. Намотал. И в обратную пару оборотов. И опять в ушко снаружи внутрь крючка вставляю поводковый материал. Усё, готово. Раньше я сюда еще ставил термоусадку, сейчас перестал это делать. И так клюет неплохо. Все, тем временем снасть готова, скользяк, грузик, вертлюжочек, поводочек и волос. Все как положено, в нашей колхозной рыбалке, скажем так. Кстати, поотрывал все грузики, уже ставлю 100-граммовое, вот такое обычная капелька с грунтозацепами. Лучше, конечно же, использовать потяжелее, грамм 140, и при этом, чтобы по центру было отверстие. Тогда этот грузик лучше держится на дне. Сейчас воспользуюсь такой вот штуковиной. Эх, Женек тут с корабликом ловит. Мой кораблик отправился производителем. Давали, скажем так, на тест. Поэтому рыбачу в заброс. Но раз есть возможность, чего не воспользоваться, как говорится. Что-то у нас на той стороне звенит, прям очень сильно, аж разрывается. Тут Женек поймал сазанчика. Дези, ты со мной? Давай. Идешь, нет?
Какая, Жек? Она должна гореть. Что, тянет? Да. Блин! И тут поклевка идет. Здесь уйди. Что такое? Это вообще законно? Главное, чтобы не в зацеп. Главное, чтобы не в зацеп. О. Все, он уже около берега. О. Да ничего такой. Собрал он твою, собрал. О, ребят, как боец. Выход, видать, какой-то. Стайки. Женек поймал. У меня там жмуховка. Ну давай на берег. Да. Давай, наверное, даже подсачим его, чтобы побыстрее было. Сейчас мы его поднимем. Вот он. Блин, а там все звонит на том берегу-то. Так, спасибо, Жек. Всегда пожалуйста. Стандартный подтрешник. Ё-моё. Ух ты. Или сазанчик все-таки. Тут сопротивляется. Я карась. Эх, и сошел. Вот, кстати говоря, друзья мои, о чем я говорил. Жмыха осталась. Нет ничего. Но при этом он никуда не слетает. Из петли бы он слетел. Я думаю, наглядно видно. Смотрите, что за птицы? Выпь, по-моему, да, называется? На нее даже, по-моему, охотиться можно. Не знаю. Как-то мы были на охоте, кто-то их стрелял. Я говорю, зачем вы их стреляете? Они говорят, это съедобная птица. Я ни разу не добывал такую, ну и как бы цели не было. А у кого-то, ребят, вообще все хорошо. Утомилась бедняжка, спит. Дело идет к вечеру, пора перекусить. Сейчас заварим макарошек. Бахнем туда тушничка. Одна банка, вторая. И плотненько поужинаем. А завтра с утра уже в бой. Ну а завтра будет уже совсем другая история, совсем другая рыбалка и новое видео, естественно. Так что подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Всем добра, пока-пока, до новых встреч!